это находит, вот упирается. Я так понял, нужно снять пыльник, там штопорные кольца, да, их растопорить и все, она вылезет, да? Смотри, чтобы снять привод, откручиваешь вот эту гайку, ну, соответственно, колесо снимаешь. Дальше откручиваешь стойку. Вот здесь. Вот, стойку открутил. Чтобы тебе можно было вытащить привод полностью. То есть, стойку открутил, цафу отогнул, вытащил полностью привод. Привод вытаскивается вот здесь, а вот, вот здесь. Пыльник, когда вытащишь, здесь в стакане стоит стопорное кольцо. Ну, круглое такое. Его отверткой, блядь, поддел. И все, и полностью, то есть, сама граната, стакан остается на месте, а ты вытаскиваешь вместе с сепаратором, шарики там повыпадывают. На валу есть тоже стопорное кольцо, держит сепаратор. Его стопорное кольцо снимаешь, сепаратор снимаешь. И то есть, вот этот твой пыльник можно будет заменить спокойно. Потом этот одеваешь, все заново все делаешь. То есть, не забудь только смазку набить. И все, ничего сложного.